Новая Зеландия пострадала из-за экстремальной погоды, которая обрушилась на страну в эти выходные. Оползни и наводнения на южном острове перекрыли дороги, отрезав целые города от дорожного, мобильного сообщения и интернета. На момент воскресенья, 8 декабря, были отключены 163 сотовых узла, сообщает The Guardian. На земле Франца Иосифа сошел массивный оползень, отрезав от доступа около 1000 человек. Дороги к туристическому месту останутся закрытыми до пятницы. Для жителей были организованы поставки продовольствия и предметов первой необходимости. Южный остров уже пострадал от штормов. В его восточной части в округе Тиморо объявлено чрезвычайное положение по причине наводнения и перебоев со связью. Из-за разлива реки Рейнджитата были повреждены мосты и опоры линий электропередач. Новая Зеландия бьет рекорды по зафиксированным молниям. Только в воскресенье более 300 тысяч ударов молнии поразили страну и окружающие ее воды, сообщает Национальный институт воды и атмосферы НИВА. Северный остров также готовится к сильным штормам. Метеорологи предупредили местных жителей о грозах с ливнями до 40 мм в час, а также о граде и торнадо. Осадки такой интенсивности могут вызвать внезапное наводнение, особенно в низинах, узких речных долинах, где возникает высокий риск оползней.